Доброе утро! Сегодня 10 мая 2017 года. Я очень хотела показать вам, как мы праздновали 9 мая, но хозяйка попросила меня этого не делать. Случилось так, что мы не смогли поехать на наше привычное место. Уже много лет мы собираемся в одном и том же месте. На Keystone у нас есть парковая зона, там стоят столики. Там есть место для шашлыка, рядом озеро, в котором можно и покупаться. Ты мой сладкий. Лиша, ну хорошо вообще, что на этой. Это уже достаточно постоянное место. И у нас есть девочка, которая ответственна за то, чтобы арендовать столик в том месте, где мы хотим. Здесь не празднуют наш День Победы, но этот день был воскресным, и его отмечали не 9 мая, а 7, потому что в прошлом году просто не смогли собраться. То есть накануне делать не стали, а непосредственно 9 мая многие отписались, сказав, что не смогут приехать из-за нагрузки. И поэтому в этом году мы решили, пусть будет на 2 дня раньше, но мы отметим День Победы. Для каждого это праздник, и не только для нашего поколения, и не только для поколения наших отцов и дедов. Я вчера уже поздно-поздно с ребеночком не разговаривала, а переписывалась. И она мне посылала то одну военную песню, то другую. Рассказывала, что находила фильмы наши военные с субтитрами, чтобы показать своим друзьям. И у меня уточнила, какая у дедушки, у моего отца была любимая песня. А я под эту песню росла в своем раннем детстве. Он каждое воскресенье оставался подольше в постели. И утро начинал уже с этой песни. Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей и так далее. То есть моя мама не поющая, она ему подпевала. Это мои такие яркие впечатления об отце. Ты с самого раннего детства. Я вам говорила, что меня в 6 лет уже увезли, потому что родители мои надумали расходиться по разным причинам. И чтобы детскую душу не травмировать, отправили меня к бабушке аж на 2 года. Ну, мы потом с ним встретились. Я когда подросла, у мамы у моей хватило мудрости не говорить ничего плохого о моем отце. Она всегда повторяла одну и ту же фразу, когда я что-то о нем спрашивала. Она говорила: подрастешь, разберешься сама, съездишь, познакомишься. Я после 9 класса поехала, его разыскала. И мы очень хорошо и дружно с ним жили последние годы. И вот ребеночек-то мой пишет мне, я его плохо помню, я просто помню, что он меня очень любил и что у него была любимая военная песня. Она не могла быть не военной, потому что он и воевал, и у него легкое было на войне прострелено. Но несмотря на вот такую серьезную травму, он прожил достаточно яркую и длинную для мужчины жизнь. Он умер уже на 86 лет, но он был огромнейшим живчиком, он так любил жить. И я помню вот эту горсть таблеток, которую он выпивал. Я ему говорю: что ж ты делаешь, ты же печенку посадишь. И он говорит: вот это вот от сердца, вот это от давления, вот это вот для крови, а вот это вот от печи, солнышко мое. Сейчас бы его да на наши витаминки называется. Но все равно он смог в силу вот своей организованности, в силу своего жизнелюбия прожить долго. А мы все там вспоминали на 9 мая. Мы вспоминали о своих чаще дедах, кто-то об отцах вспоминали. Люди привезли фотографии своих родственников, воевавших в ту войну. Кто смог, нарядился более-менее похоже на военное. Я свой наряд тоже показала. Я, конечно, не стала надевать никакие сапоги, потому как на улице было достаточно жарко, было почти по 30 градусов.
И в сапогах, конечно, я не осмелилась пойти. И мой костюм из-за этих кроссовочков и моих зеленых носочков, он смотрелся, конечно, несколько нелепо. Но я все равно обрядилась именно так, и я всегда наряжаюсь на этот праздник вот в подобную форму, потому что, ну, мне кажется, как-то поближе к празднику. Я понимаю, что можно просто полежать на диване и посмотреть парад и этим ограничиться. У нас всегда была необходимость этот праздник праздновать поярче. И в Омске мы ходили на салют и собирались, естественно, пока отец был жив, мы собирались у него. А здесь вот мы собираемся какими-то группами. Чаще всего вот я еду сюда на Кистоун, а в этом году мы не смогли там собраться, потому что, я говорила, у нас ливневые дожди, и столики просто были затоплены. То есть там наверху были столики, которые можно было использовать, но девочка, вот наша организатора, съездила, сказала: нет, я уже лучше дома. И у него шикарный навес. Такой навес, под которым когда-то стоял катер, она его продала. И вот под этим навесом она поставила столы, кулья принесла, приготовила все шикарно. У нее было там уже и кофемашина, и чайник, и телефон, потому что она живет среди гор, маленькой такой котловинки, мобильной, и поэтому она вынесла телефон и подключила, что если кто-то будет дозваниваться, чтобы дозвонились, потому что мы съездили на то место, на котором мы планировали собраться и вместе поехать в парк, оттуда поехали к ней. Она вот этот вытащила, я это называю кормушкой, она вытащила огромный музыкальный центр, на котором проигрывались песни и военного времени, и песни, посвященные Дню Победы. То есть у нас фон был такой правильный. Тут даже карандашики деткам тут приспособлены. Господи. И нас должно было быть человек 20, но мне кажется, нас было побольше. Мы, к сожалению, не сделали общую фотографию. Вот у нас есть другая компания, фотографии которой чаще всего у меня и выкладывается куда-то, потому что там есть девочка, которая этим занимается не профессионально, но это у нее такое самое настоящее хобби, и она и нас всех наснимает, кучу фотографий пришлет, из которых всегда можно выбрать что-то и разместить, и она обязательно соберет всех вместе. А здесь нас вот было много, и вместе мы эту не сделали, так что, ну, я думаю, что больше 20 человек было. А с ребятишечками-то совсем много. Ребятишечки тоже с удовольствием фотографировались в касках, в шлемах. То есть я так думаю, что и это новое поколение, которое не видело дедов и не помнит, что они их любили, в них все равно будет эта потребность 9 мая отмечать. И там же, на этом пикнике, Тарас посоветовал посмотреть фильм. Да, так что, в общем, фильм. Оно называется «Битва за Севастополь». «Битва за Севастополь». Он с английским субтитрами есть, то есть кому-то, если посмотреть, можно. Да. Я люблю, когда мне порекомендуют какой-то достойный фильм, потому что самому зачастую проблематично что-то выбрать. И если даже сейчас выйти на мой любимый канал, по которому я чаще всего и смотрю, это ETV.net, вам предлагают очень много различных фильмов по военной тематике. И какие-то я посмотрела в прошлом году, какие-то в позапрошлом. И, возможно, я бы что-то выбрала в этот вечер посмотреть, но я абсолютно не уверена, что я бы выбрала этот, потому что, как вы видите, картинка не воодушевляет. Оказалось, что фильм действительно стоил того, чтобы его посмотреть. Он смотрится на одном дыхании. Я его посмотрела весь за один раз, все 4 серии. Люблю, когда в фильмах присутствуют женщины. В этом фильме главная героиня – реальный человек с конкретным именем Людмила Павлюченко. И она на самом деле за полтора практически года, за год, может быть, уничтожила 309 фашистов.
террорист. Я не знаю, есть ли у нас еще какой-то снайпер, который больше уничтожил. Но если бы ее не комиссовали, и если бы она после своего визита в США, где она способствовала открытию второго фронта, вернулась уже не в школу снайперов, а снова на позиции, я думаю, что это число исчислялось бы уже тысячами убитых фашистов. Смотрите, совсем недавно, когда я наслаждалась фильмом о шестидесятниках, я вам говорила о том, что мне очень нравится одна из исполнителей того фильма, Юлия Пересильд. И здесь Юлия играет эту главную роль. И она совершенно другая. Если бы не было фамилии перед моими глазами, я бы ее, наверное, даже не узнала. И не только потому, что я с этой актрисой знакома пока мало. Я ее практически вот только в двух фильмах видела. Но она настолько разная. И я еще буду продолжать смотреть. А вам желаю получить удовольствие от просмотра этого фильма. В некоторых местах очень трудные моменты, потому что правду показывает такую, какой она была. Но фильм стоит того, чтобы его посмотреть и еще раз поблагодарить защитников в той войне, которые отстояли этот мир. Сегодня утром включила YouTube. Я практически каждый день смотрю Михаила Портнова. И в сегодняшнем репортаже, посвященном 9 мая, он говорил о своих воспоминаниях детских, когда в Москве еще было очень много инвалидов. Потом он говорит, они исчезли в один день. Но вот на первый период, пока не догадались очистить столицу от столь неприглядного зрелища, инвалидов было очень много. А мне сразу вспомнился концерт Евгения Евтушенко. Я все еще возвращаюсь к Евгению Евтушенко, вы уже меня простите, но вот пока не утихнет, мы про это будем говорить. Я была на последнем его концерте, вот 4 года или 5 лет уже теперь назад. Он выступал со своими стихами, их читают и по-английски, и по-русски. И среди прочего он читал поэму вот об инвалидах. Был матч, и инвалидам тоже хотелось на этом матче поприсутствовать. И они вот на этих своих досках, на колесиках, вот буквально строем, буквально потоком ехали на этот, ехали. Ну да, наверное, надо говорить, ехали, раз на колесиках. На этот матч, и оно, конечно, потрясло его, и он написал эту поэму. И вот на этом концерте он ее читает. И когда после концерта мы обсуждали, среди нас была мама одной из наших девочек, которая, ну вот, лет на 20 меня постарше, которая настолько впиталась, что ссор из избы не выносят, что вот про это надо молчать. И она так возмущалась, и девчонки к ней присоединились, что зачем про это говорить? Уже не надо про это говорить, уже есть другие поэмы, можно что-то другое читать. Вот почему непременно надо выставить Россию вот такой неприглядной? Когда умалчиваешь проблему, она от этого меньше не становится. И я вот за то, чтобы говорить, и я за то, чтобы кричать о том, что и в то время инвалиды были лишены всего. И на сегодняшний день вот эти единицы, которые остались, они не очень обласканы государством. Очень мало. Несмотря на то, что какие-то льготы, безусловно, провозглашены. Вот так вот. А теперь грудью поворачивайся. И я сверху вниз иду. Вот, вот так вот. Вот так вот. Обалдеть. Вот это футболочка. Вот это я понимаю. Мы же патриоты. Свои отчизны. Вдохни, вдохни. Отчизны. Ой, 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 ой. Да, вот такие мы патриоты. Свои отчизны. Шикарно, шикарно. Давайте будем прощаться. С вами была Галина Смит. Все еще 9 мая, все еще наслушавшись военных песен,
напевшись 7 мая. Вчера слушала, очень много слушала, смотрела. И, конечно, посмотрите этот фильм. А сегодня у нас 10 мая. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.